5, 4, 3, 2, 1! Да прибудет с нами жопа! Пудыщ! Воу! Это эпично! Ёлки-палки, я ж хотел одно здание взорвать. Потому что мое кодовое имя подрывник. Что произошло, я не понял. Мне заплатили за одно здание, но я, короче, бонусом полгорода взорвал. Привет, бро. С тобой Воблер, и ставь лайк за 3 секунды, если бы ты хотел управлять погодой. Считаю. 1, 2, 3. Молодец, что успел поставить лайк. Я бы тоже хотел управлять погодой. Так захотелось тепла. Такой, роп. Щелкнул пальцем. Тут раз, солнышко такое. Такое, что-то жарковато. Надо дождем, да, таким тепленьким охладиться. Раз, щелкнул пальцем. Раз, дождь пошел. Мы сегодня с тобой тоже в игре City Smash будем управлять и не только погодой, а даже, я вижу, тут какие-то инопланетяне есть. Много чего есть. Мы сегодня с тобой поиграем. Попробуем разрушить этот город. Игра на Android. Я его посмотрел на YouTube, она мне понравилась. Думаю, блин, почему бы своим подписчикам не показать ее? Потому что она простенькая, элементарная, незамысловатая. Начнем с самого начала. Есть город, который заслуживает казни. Короче, блудливые там люди были. И мы их наказываем. Нажимаю черная дыра, где-то вот тут внизу. И черная дыра все засасывает. Такая, целые небоскребы. Все сосут. Смотри, самое интересное, что черная дыра засасывает больше небоскребы, а не машины. Один небоскреб остался стоять, смотри, с левой стороны. Реально у него была крутая конструкция. Реально бомбезная. Ну, как-то так, сгорело. А давай еще, надо же все-таки доразрушить этот город. Еще одну черную дыру. Соси, всасывай себя. На самом деле, мы не знаем, что такое черная дыра. Как бы нам ученые говорят, что она все засасывает. Грубо говоря, потребляет материю, сжимает ее, а что внутри, никто не знает. А мы вообще ее не видели, чисто так где-то в космосе знаем, что они есть. Может, я не знаю, может, там кто-то живет в той черной дыре, какой-то монстр космический. Насчет монстра я загнал, конечно, но мало ли. Короче, все засосали, выжил только Воблер, который стоял вот в машине в желтой, ты видишь? Ну, потому что уже весна наступила, я сменил на летнюю резину, и все, и нормально, ты понял? Или давай машину засосем вот тут прям. Черная дыра прямо возле машины. Машина, улетай! Фу, все, видели, как машина туда спряталась? Круто! Ничего не осталось с города, да? Все, город у нас есть. Новое уничтожение. У нас какая-то ракета, бро. Ой, че, ракетой стреляю. Вот, в небоскреб. Жу! Подыщ, подожди, что это за взрыв такой был? Боже мой, внизу машины придавило огромными осколками зданий. Дыщ, рушится небоскреб. О, боже мой. Людей, на самом деле, мы эвакуировали. Никто при записи ролика не пострадал, поэтому все нормально, это все не по-настоящему. Пострадали только здания и какие-то машинки. Ракета круто. Я хочу теперь сюда, смотри. Вот так, вниз прям. Жупыдыщ. То есть, как будто какой-то орбитальный спутник выстрелил суперской ракетой. Мне кажется, все надо заново. Смотри, бро. Вот так вот берешь, они такие ездят, ничего не подозревают. И мы такие злодеи. Ха-ха-ха-ха! Украли американский спутник. Ну, такие разработки, поняли? Я такой нажимаю ракетой вниз, такой целюсь. Скорость. Пыдыщ, взрыв пошел. Смотри, сразу несколько зданий накрыло. Вот это здание с правой стороны сейчас упадет. Это просто как будто карточный домик. Воу! А что это здание кусками? Мне кажется, что настоящее здание, они бы так точно не развалились. Потому что у них там арматура, каркасы есть. То есть они, возможно, по чуть-чуть бы ломались. Он сзади здания говорит. Короче, все, ракеты запускаем. Бомбардировка. Бж-бж. Да это вообще хана. Да это взрыв. Да тут никто не выживет. Ну, кроме тараканов и крыс. Еще бомбим. Бады! Еще расколки. Ты знаешь, вот я играю в разные игры, неважно какая игра, популярная или нет, но когда ты что-то разрушаешь, блин, это же так же круто, как и создаешь. Да, Майнкрафт ты создаешь, а здесь в игре ты разрушаешь, и все горит. Давай больше бетон превратим вообще в мелкие кусочки, в пыль. Давай бомбардировка, еще давай ракеты пошли залпом, все уничтожаем, дыщ. Ты посмотри. А машины выжили. Вот тут желтая машина выжила. Воблера достань. Воблер себя плохо ведет.
Да нет, Вобер хороший. Я про себя говорю, если еще. Машина, смотри, сальто сделала. Короче, можно, в принципе, ракетами все уничтожить. Прикольно. Смотрим дальше, бро. Что у нас? Какое-то биологическое оружие. Я не знаю, что это такое. Я не смотрел ничего, потому мы с тобой впервые смотрим. Ядрить, колотить. Да это же ядерная бомба. Не, ну я подозревал, что-то с ядерной связано, но... Смотри, некоторые здания сразу сгорели, некоторые рассыпались. Вот тут ядерный гриб. Ну, в самой ядерной бомбе что там самое сложное? Это ударная волна, да, которая все испепеляет, сжигает. Ну, а, конечно, потом уже радиация. Смотри, здание как прикольно потрескалось, смотри, как падает. Вот это круто, бедыщ. Развалилось. Слушай, у меня идея. Давай еще ядерку кинем. Вот сюда. Одну ядерную. Вторую ядерную. А можно еще? А, у нее перезарядка. Наверное, чтобы игра не заглючила. Еще ядерку. Пыдыщ, просто превратим все в неживое. Да, мне кажется, что планету может уничтожить человек. Сильнее, чем вообще природа. Смотри, небо покраснело. Ядрить, колотить. Ударная волна пошла. Прикольно, что-то внутри появилось. Смотри, как будто черная дыра, что-то в центре. Еще раз давай. Бытыщ, пошел взрыв. Все накрыло. Ну, понятно, что идет сразу какая-то ударная волна, звуковая волна. То есть все вообще разрывает. Круто. Круто, замечательно. Снова в город превратили в пепел. Видишь, а потом все рассеивается. И такое чистое небо, сзади горы. Круто. Мне интересно, знаешь что? Вот давай мы ядерку бахнем с левой стороны. Как сильно пострадает правая сторона? Давай посмотрим. Вот мы в краешек, прям в левом углу. Тыщ! Взорвалась, смотри. Пошла волна ударная. Идет, идет, накрыло одно здание, второе. Ну ничего, с правой стороны выжили. Но там здание более прочное, не сильно-то накрыло ударной волной. А давай еще одна давай упадет. Еще одна. Бдыщ. Как зацепило. Нет, остальные не тронуло. Тут, конечно, здания мы видим за середину уже потрескались, но с правой стороны небоскребы стоят, да им вообще все по барабану. И мы поняли, что ядерка это круто, это бомбезно, но это эпически, да. Что это за штука такая космическая? Бог ты мой! Это реально какой-то спутниковый... Это луч с космоса! Режем, режем, режем. Я в шоке, какая же должна быть энергия, чтобы так резать? Причем... Постоянно резать. То есть, если ядерка, она там взорвалась и сразу там освободилась энергия, да, атома, то здесь надо поддерживать ее. Реально дичь, а ну еще разочек. Вот едут машины. Я такой в центр. Так, а я ее не выбрал. Смотрим. Пу! Пу! Такой даже звук прикольный, а? Давай, машины, ж машины сгорают. Давай, давай, жарим, жарим. Давай поджарим все, здания как горят, вот чуть-чуть с правую сторону. Что-то здание не горит. А почему земля не плавится, почему земля не прогорает? Что не может земля прогореть? Смотри-ка. Какая красота, какое разрушение. О, так успокаивает. Да, ты такой пришел со школы или с какой-то работы, злой такой. Блин, меня все задолбали, надо как-то охладить пар. Такой берешь, нажимаешь так. Вам всем хана. Ох, какая благодать. Спокойно так все. И спокоен. Снимает стресс отлично. Слушайте, игра замечательная. Мне нравится это. Давай еще. Да кто тут еще выжил? Здание, да как ты посмела выжить? Мы все превратим в руины. Давай вот так вот на кирпичи порубим. В пыль сожжем. В песок сделаем все. Круто. Что это за гром и молния? Подыщ! А, все, я понял. Это молния, сила разряда. Ничего себе, едет машина. На, в здание. Бог, да посмотри, что творит. Хана, вот это понимаю. Вот это взрывы. Смотри, даже как будто... Ну, не знаю, мне кажется, от молнии не может так вот здание развалиться. Это ж какой должен быть разряд. Я знаю, что разряды уничтожают, дерево может расколоть. Но чтобы здание раскололо, ну, такое я не слышал даже. Смотри, бдыщ, взрывы такие. Пух. Но очень быстрая зарядка, то есть молния. Дальше. О, НЛО! НЛОшка! НЛО, и чё? Тю-тю-тю-тю-тю! Бутэмс!
Не, НЛО-то жестоко, так с подтишка подъехала, типа не при делах, шваркнула каким-то разрядом и улетела отсюда. Слушай, а сколько можно вообще НЛОшек сделать? Давай посмотрим. Одно НЛО? А, у НЛО есть зарядка какая-то. Тут оно бабахнуло. Ну, не слабое оружие у НЛО, я тебе скажу, оно такое точечное. Фух, как будто плазменный разряд какой-то. Да, и машина накрыла зданием. Так она машинам. Или нет? Давай еще. Что-то машины выжили. Добьем! Мы злые инопланетяне. Это ядерно. Это круто. Ладно, смотрим дальше. Что у нас дальше есть? Ёлки-палки. Это что за домик? А, землетрясение! Нет, ну землетрясение это вообще жесткая тема. Это 10 баллов по шкале Рихтера. Еще землетрясение! Все разрушается. Ну, тут землетрясение нереально. Тут так землю трясет, что... Ты посмотри, все разлетается в дребезги. Даже как-то перемешивается вот так вот. Видишь, как будто кто-то перемешивает землю. Землетрясение прикольно, да. Это у нас, я так подозреваю, торнадо. Торнадо где-то в Нью-Йорке, да? Воу, смотри, все засосало. Самое интересное, что почему-то торнадо засасывает здание, а машины ездят. Это нелогично. Машины легче. Они должны первые залететь в торнадо. Ну, здесь какая-то своя игровая физика, потому мы сильно не будем на это обращать внимание. Но мне понравилось так торнадо. Ужух. Смотри. Торнадо очень толстое. Смотри, пошло, пошло. В воздух так все закидывает обломки. Перемешало такой миксер. Естественный, да? Торнадо круто. Дальше смотрим. Что это за вулкан какой-то? Вот в центре вылазит вулкан. Гора. Землетрясение. О-о-о, вылез вулкан. И что, и потекла лава? Еще начал выстреливать. Смотри, он еще и плюется. Ого! Кусочки-то какие. Такое ощущение, что он выстреливал метеоритами. И гора взяла, вниз опустилась. Смешно. А даже проплавила землю какую-то, да? Ну, это да. Он 3 выстрела делает, вулкан. Такой хитрожопый. Вылез такой, как будто какое-то оружие. Такой вылезает такой. Целится, целится. Потекла. Тьфу! 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 3 раза выплюнул. Тьфу! 4! 4 раза плюнул. И спрятался. Ну, мне кажется, что гора должна остаться. Ну, прикольно. Круто такой. Утром встаешь в туалет. Ну, такой, по утрам. Куда ты бежишь в туалет? Раз. Думаешь, что-то трясется, а тут вулкан по тебе стреляет. Да, вот такие вот у нас разрушения города. Это у нас, наверное, цунами или что-то за вода, подозреваю. Да, цунами пошло! Дыщ, смотри, все смыло. Машины под водой ездят, а машинам все равно, ребята, а что? У них хорошее сцепление с асфальтом. И специальная резина, которая выдерживает цунами. Это цунами не сильно-то и смыло. Вторая волна. А, некоторые здания уже начали со второго раза сильнее падать. Наверное, подмыло уже фундамент. Ну, мы видим, да, здания прикольно падают, но неестественно. Потому что здания намного крепче, у них там... арматура, тем более сейчас много зданий делается, современных небоскребов, которые противостоят землетрясениям. Небольшим, но все же. Короче, поняли, что цунами прикольная тема. Прикольно то, что машины ездят под водой. Ладно, смотрим дальше. О, бомбардировка, это наше все. О, летит бомбер. Скинул бомбочки. И куда бомбы полетели? Да. То есть более мелкие здания сразу разрушились, большие остались, да? Ну, такое дело. Еще раз больше самолета. Смотри, летят, бомбят. Что вы творите? Просто они превращают в город в пыль. Вот это бомбардировка. Это немцы летят, ребята. Альтернативная вселенная. Немцы бомбят. В 2020 году. Это Вторая мировая война или третья? Ух! Короче, это жестко. Самое интересное, что с левой стороны никто не пострадал. То есть надо сюда бомбардировку заказывать. Вот, пошли. 2, 3, смотри. Да. Это жестко. Все трясет, все взрывается.
Аж так все в глаза гребит. Короче, адская бомбардировка, вот это здание рассыпалось. Одно стоит здание. А ну кэш, надо его чем-то последней бомбочкой. Вот бомбы, давай добьем. Бдыщ, бдыщ. Оно стоит, что ли? Так, я не понял, ракету запускаем. Вот так вот. Ну вот эта ракета мне нравится, она быстрая. Ладно, смотрим дальше. Что у нас есть еще? Это что такое за штука непонятная? Ага, вот ты как. Метеорит или астероид? Астероид, огонь. Бдыщ. Но мне кажется, что астероид как-то слабо здесь сделан, потому что на самом деле разрушения от такого взрыва были бы намного глобальнее, может быть даже равносильно ядерной бомбе, а может даже сильнее ядерной бомбы, потому что он с большой скоростью падает, если взять вот сколько метров, ну сколько тут метров, наверное метров 50 или метров 100 упал, он просто колоссальный, он может вообще выбить все человечество на планете Земля, если упадет 100-метровый такой. Потому что там вообще моща реальная. Ну, эта игра, он сделан, наверное, не сильно для того, чтобы чисто показать разрушение. Ух ты, идея, смотри. А что, если под таким вот большим наклоном сделать? Вот мы берем астероид. Навряд ли это комета, потому что комета, они же больше, как бы. Вот такой вот, смотри, разрушение под углом. Но! Все снесло, ребята! Я в шоке! Прикольно, давай мы еще угол какой-то другой сделаем. Так, выбираем его. Вот он сбоку так шел. Смотри, и все покосил. Но-но-но! Это круто! В пух и прах. Замечательно. Дальше смотрим. Что у нас? Взрывчатка есть. Еще я такую взрывчатку ставлю. Пик! А еще кнопочка есть. Кнопка. Пыдыщ! Точно, мы занимаемся сносом зданий. То есть наша задача так. Говорят, воблер, мы тебе заплатим. Я не знаю, сколько там платят за снос здания. Но по-любому тоже немаленькие деньги. Так, ты должен снести вот этот центральный небоскреб так, чтобы не пострадали другие небоскребы. И мы такие, так, жмем тут. Тут раз бомба, два бомба, три бомба. Ты должен взорвать аккуратно, чтобы никто не пострадал. Я такой, хорошо, есть, сэр. Говорю, сразу мне авансом, говорю, 10 миллионов долларов. Я не знаю, ну ладно, меньше, там еще взрывчатка. 5 лямов мне авансом, опять после, если никто не пострадает. Короче, аванс я забрал и убежал, нажал кнопку вот так вот. И все здания, которые рядышком, тоже пострадали. Не, ну вообще там идут управляемые взрывы, там как-то так взрывают по очереди. Сначала сверху, снизу, 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 и оно так все аккуратно падает. Конечно, пыль остается. И сколько мы можем бомб этих сделать? Я не знаю. Давай мы поставим. Подорвем просто все небоскребы. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, давай 21, 22, 23. Все, 24 сверху. Вот это будет круто, огонь! И весь город, да, это воблер-разрушитель. Так, я не понял, что это в здании дырка, ну быстро падать. Мало заряда положил. Говорили мне, воблер, вложи больше заряда. Слабо, слушай, у меня идея. А что, если мы сейчас постараемся подорвать дорогу? То есть едет машина. Мы такие, ага, давай вот тут вот на земле поставим. Тут много-много взрывчатки. Смотри. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Машина желтая. Так, надо, чтобы желтая машина ехала. Желтая машина, вот она. Нам надо взорвать желтую машину. Взрыв! Бдыщ! А машину! О, последней машины занесло. А дальше... Ну, взрыв прикольный был. Динамит разместим в самой верхней точке на здание. Очень много. То есть, насколько будет ударная волна, что она сможет сделать вообще с другими зданиями. По-моему, я уже ставлю, ну, крыша, смотри, от него отпадает. То есть, уже, смотри, крыша рушится от... Ай, от нашего динамита. Что происходит? Возможно, это будет даже сильнее ядерная бомба. Я не знаю, сколько можно поставить на самом деле. Очень много я уже поставил. Он же здание падает, смотри, здание уже клонится от такого большого груза. Я не знаю, сколько тонн я туда поместил, но сейчас будет взрыв. Нажимаем, мне даже страшно нажимать. 5, 4, 3, 2, 1. Да прибудет с нами жопа! Пудыщ! Воу! Это эпично. Ёлки-палки, я же хотел одно здание взорвать. Потом
Потому что мое кодовое имя подрывник. Что произошло, я не понял. Мне заплатили за одно здание, но я, короче, бонусом полгорода взорвал. Вы видели, что это было за разрушения такие дикие? Где машины? Даже машины перестали ездить. Вот что бы мы ни делали, какие бы мы здесь не испытывали взрывные устройства, да, все равно машины были живы. Сейчас именно максимально разрушен город, ни одной машины я не вижу, никто не едет, короче, все повсирались и перестали ехать. Реально крутая игра, нету больше функционала какого-то. Было бы круто, если были бы какие-то уровни, да, для этого всего, для прохождения. Это было бы бомбезно. Ну, в принципе, все. Тут можно как-то, нет, дальше ничего не выбирается. Ну что ж, бро, с тобой был Воблер, оставайся на канале, скоро увидимся. Пока.